В гостинице «Регал Палас» города Самарканда состоялось заседание Общественного совета предпринимателя при Хукиме Самаркандской области. В нем принял участие глава областной администрации. Как сообщалось ранее, совет, созданный в июне этого года по инициативе Хукима области и группы из 32 ведущих предпринимателей, направлен на укрепление сотрудничества между субъектами предпринимательской деятельности, работающими в Самаркандской области, решение их проблем, поддержку молодых предпринимателей, привлечение дополнительных инвестиций в регион. На встрече были заслушаны предложения по повышению экспортного потенциала региона и преодолению проблем в этом направлении. Совет также затронул вопросы дальнейшего увеличения логистических центров по экспорту продукции, производимой в регионе, развития транспортно-логистических услуг в этом процессе, облегчение грузоперевозок предпринимателей. Минарцы тренингов обучают. Бизнесы хотят бронта, продажа, маркетинг, умачума. Когда хлеб ну тормоз кушкере, когда тренингов ты ут, ну улар кушкере. Когда он не понимает, тренингов ташкал кушмискере. Ката тренингов. Затем участники рассмотрели вопросы инфраструктуры, льготных кредитов, выделяемых для предпринимательской деятельности, и налоговых льгот. Кенгашты ише бір жұмысы 100-200 тадбіркорға бір ечім тауып, шулар харакат қып кетәдіген болыш керек. Кредитіден мұ, башқасыдан мұ, анақанды шуларға кейін біз фармировкасын түзі берсек дәгені ке, масалаларымыз ечіп ерәдігенде бір сиясет үргізішіміз керейді. Көпчілігіде көп имканиятлар бар. Бұлардан файдаланмайапты. Бұлардан файдаланыш үшін неме қылышымыз керек? Қандай қылышымыз керек? Бәлкім шу нәрселерден бір ойлап, тадбіркорларда көп фікір болады да, шуны по итогам заседания Общественного совета предпринимателей была достигнута договоренность о проведении подобных встреч не только в городе Самарканде, но и в отдаленных районах области.